Сразу три рудника ТО ВЦМ получили новые погрузочно-доставочные машины марки «Катерпиллер». По три машины уже работают в Артемьевской и Орловской шахтах, еще одна в Иртышской. По словам производителей, благодаря эргономичному оборудованию кабины условия работы стали комфортнее, а управление машиной более простым, что позволяет оператору полностью сосредоточиться на работе. Недавно вот получил новую технику, Катерпиллер R1300. Техника очень хорошая, мне нравится. До этого 7 лет отработал на старой технике. Новая машина, ну, есть новая машина. И проблем с ней нет. Главное следить, как говорится. На новой машине объем ковша гораздо больше. За счет этого сразу повышается производительность. Я привезу гораздо больше руды. Новые машины имеют низкий расход топлива и уровень выбросов, и высокие показатели копания и грузоподъемности. Управление электронное, что позволяет плавно переключать передачи. Постепенно обновление подземного автопарка существенно сократит простои, уменьшит время на обслуживание машин и повысит производительность рудников компании.